Следующая задача тоже не хитрая. На сторонах угла взяли 4 точки таким образом, что отрезки А, Б, В, С и С, Д равны по длине. Смотрите, угол, здесь вот отложили отрезок, здесь отложили отрезок такой же длины, и сюда отложили отрезок такой же длины. После чего соединили вот так. Естественно, возник какой-то угол. Да? Зная величину вот этого угла, пожалуйста, найдите величину вот этого. То есть выразите бета через альфа. А, Б, В, С и С, Д – это равные отрезки. Давайте придумаем точку. А, Б, С, Д. Вот мы знаем, что А, Б, В, С и С, Д равные длине отрезков. Требуется связать альфа и бета. Узнать, как они между собой соотносятся. Так известно, что угли А, Б, С и Б, С и Д равны? Нет, не сказано. Надо ввести просто все обозначения. Все подряд. И написать все соотношения. Вот эти вот отрезки, они равны? Нет. То есть могут быть и равны, а могут быть и не равны. Четырехугольник, у которого две стороны параллельны, это трапеция. Обозначим данный угол углом фи. Да. Да и этот угол фи. Потому что равномедленный. Да. Потому что треугольник равномедленный, да. А так как эти стороны равны сетке, то и этот угол фи. Не понимаю. Ну смотри, вот эти вот треугольники. Они равны между собой, но не обязательно фи. Я спрашиваю. 180 минус альфа равно 2 бета. Обозначим этот угол пси. Это будет 2 пси. Да, теорема внешнего угля, да? Да. А это 2 фи. Да, то же самое. Теперь вот этот угол, это у нас будет 180 минус 2 пси. Да, да. Также это будет альфа плюс два фи. Угол противоположный Б. Угол Б, так смотрите, точка ОА. ВОА. Нет. Что? Что? Ну, О это точка пересечения. Хорошо, хорошо, что вы хотите. Ну, угол обозначить. Зачем? Значит, решает задачу. Зачем ей мешать? Итак, написала сумму углов треугольника. Сейчас я вспомню, как я доказала, что вот это равно 2 бета. Этот угол у нас будет равен 180 минус пхи минус фи. Соответственно, в это откуда ты взял пси? А потому что вот пхи, вот она была. Поняла. И бета получается равняется 180 минус пи минус 180 минус пхи минус, извините, 2 пи. Скобки пси плюс пи. Соответственно, так как у нас тут сумма этих двух углов вот, 2 пси плюс 2 фи, это 2 бета. Ну, подкачайте ответ. Альфа равняется 180 минус 2 бета. Спасибо. Давайте я даже возьму обозначения, ровно те, что у вас. Фи-фи и
Это как вы обозначали? Пси? Да, только наоборот. Ну, не важно. А, тут пси вот было, да? Да. Хорошо. Пси-пси, а здесь вот было фи-фи, да? Замечательно. Итак, нас интересует связь угла бета с углом альфа. Да, как это быстро сделать? Давайте постараемся все-таки что-то с минимумом вычисления обойтись. Потому что мне, ну, наверное, я бы сказал так. Бета – это внешний угол вот в этом треугольнике. Согласны? Значит, бета – это фи плюс пси. Это точно. Теперь надо понять, как связаны между собой углы альфа и фи и пси. И тогда все будет абсолютно понятно. Вот этот треугольник. А, наверное, вот как. Смотрите, у нас же есть большой четырехугольник такой. Вот эта точка, вот это и вот это. Согласны? А у любого четырехугольника чему равна сумма величин углов? 360. Значит, если я беру альфа, прибавляю пси, прибавляю вот этот большой угол, то что это такое? Это 2. Да. Нет, не 2 бета, а просто. Бета на 180. Это угол бета плюс 180. Вот это, видите? Вот это 180, а это бета. И еще прибавляю фи. То я получаю 360. Вот они, два понятных соотношения, из которых связь между альфа и бета легко сейчас получится. Одно соотношение – это теорема о внешнем угле для вот такого треугольника. Да? Бета – это фи плюс пси. А другое – это сумма величин углов всего большого четырехугольника. А теперь смотрите, что я делаю. Я говорю, что это вот фи плюс пси – это как раз бета. Да? Значит, нижняя строчка преобразуется в такую. Альфа плюс бета плюс 180 – это 360. Значит, на самом деле… Альфа плюс 2 бета – это 180. Ну, соответственно, хотите бета через альфа выражаете, хотите альфа через бета. Вот мы получили соотношение.